Итак, ребят, поздравляю всех нас, 10 серия. Не знаю, кто вы и кто это смотрит, но явно после этой игры нам вместе нужно будет сходить к психотерапевту либо к психологу. Потому что это да, конечно. Так, куда нам бежать? Побыстрее. Я уверен, что сейчас будет лагать, потому что опять же оптимизация. Но я здесь ничего поделать с вами здесь вообще не могу. Ага, не сюда, да? А куда? Блин, ну оттуда мы вышли. Угу, давай. Давай логически думать в игре, в которой логика вообще отсутствует. Наверное, куда-то сюда. Рут со всех сторон. Хорошо, но явно нам не сюда, да? Ну да, тупик. Хорошо. Хорошо. Сюда? Тоже тупик. Окей. А тут, во-первых, музыка. Я надеюсь, что она с авторскими правами. Игра наш по-любому с авторскими правами, да? А во-вторых, куда тут идти? Только не говори, что на полицейскую машину надо, да. Надо было нам полицейскую машину, хорошо. Кто? Кто противника? Ладно, беги. Хорошо. О, здорово. Поговоришь со мной? Да ты шо? На, ребят. Держи, пидоруночек. Так, ага. Слышь, стреляки, куда мне дальше? Скажите, пожалуйста, куда мне дальше? Так, закрыто, закрыто. Стреляет, стреляет. И она стреляет, стреляет. Нара-нара-нара-нара-нара. А эту штуку, да, никак не разломать. Ну все. Я дальше не знаю, куда идти. А, вот выход. Ёб твою, блядь, сколько вас здесь. Ага, не попал. А ну, ребят, идите сюда. У меня сюрприз к вам есть. Сюрприз, мазафака. Еще один. Держись, братан, держись. Так, хорошо. Боже, как же оно лагает. Ребят, сори за ваши глаза. Я понимаю, они сейчас могут вытечь, но... Я правда ничего сделать не могу. О! Вовремя. Да. Владян, ты что заблудился? О, Гаврюк, ты там живой? Живой, живой. А я тебя вижу. А где ты? А ты обернись, вон я сижу на крыше. А, ну я вижу тебя. Типа снайпером забился. Ну типа того. Давай меньше чесать языком, нам надо встретиться. Да, давай. Ну ты это, не ссы, я тебя прикрою. Все, давай. Давай, братан, давай. Можно быстрее немножечко? Так, ну раз ты нас прикроешь, может просто побежим? Без всяких приключений.
Ебаный в рот, ебаный в рот, ебаный в рот. Ладян, ладян. Ладян. Ладян, ладян. Нихера нас не прикрыл. Нихера нас ладян не прикрыл, ребят. Ебаный в рот. Ля-ля-ля-ля, ну что это за помойка? Алло, ты где? Дебил. Мне так глаза вытекают. Мне реально так глаза вытекают. Как и у моих зрителей сейчас. Слышь, а этот снайпер хуев не хочет нам помочь, не? У него нет такого желания. Ну, типа, дать нам аптечку. Я так понимаю, что нет, да? Так, ага, что это такое? Стой, что это такое? Куда? Я нихера не понимаю. Реально, нихера не понимаю, куда бежать. Так, лови, братиш. А как по-другому? Скажите, как по-другому? Сука, сам себя взорвал. Жесть, ну это полная хуйня, ребят. Мне реально хочется закончить на этом реально прохождение наше. Потому что, во-первых, оно лагает. А во-вторых, вот это вот бесконечное количество вот этих вот NPC-шков, которые сносят тебе сразу все ПП, меня реально убивает немножко. В прямом переносном смысле этого слова. Так, бегим, бегим, бегим. Куда нам дальше? Ёбаный в рот. Так, лови. Ага, нам вообще вон туда, да, надо? Так. А, что-то свои. Нам, короче, туда надо как-то попасть. Типа, как это сделать? Дай пройти, пожалуйста, не застревай. Сука. Где ты? Гребаная помойка. Гребаная помойка, блять. Я не помню, в какой игре я столько матерился, как в этой, ребят. Вот кто вспомнит? Да ни в одной. Ёбаный в рот, сколько их здесь, смотри. Лови, ребят. Я просто хуй узнаю, как это проходить все.
ладно, вроде живем. Опять же, сохраниться. Ну. Куда? Вниз? В конкретной жопе. Водяна будем. Или как его? Куда нам вообще идти? Наверное, туда не стреляют. Не, я, конечно, эту серию, ребят, выпущу. Но она... Реально, смотри, какая оптимизация здесь. Ну реально, смотри, какая здесь крутая оптимизация. Интересно, так этот щит защищает, либо не защищает? Что он делает вообще? Ага. Я нихера не попадаю. Вообще нихера не попадаю. Так, кто там нахваливал эту помойку? Есть такие люди? Есть такие стримеры, которые нахваливают помойку. Скажите честно, что с вами не так? М? 6 кадров, ля-ля-ля-ля-ля, как он бегает, блять. Ну смотри, как оно бегает, он, оно телепортировалось прямо передо мной, ты понимаешь? Блять. Этот хуй прям передо мной телепортировался. Блять, Владян, Вадян, Димон, Игорь, где ты, блять? Дай хуй на тебя. Пожалуйста. Сохранить? Не знаю, чем это сейчас закончится. Но мы вроде прошли. Но у нас 5 хп. Так, здорово. Пусти, братан. О, тебя все ждали. Здорово, еба. Здорово, пацаны. Я как обычно все самое интересное пропускаю. Да ты как всегда. Как видишь, меня подстрелили. Еле выбрался. А ты, как обычно, цел и невредим. Ну да. Что есть, что есть. Ну, как я понимаю, у нас тут намечается целая революция. Ща как раз покажу тебе план действий. Слушай внимательно. Давай. Мужики, включите проектор. Нихуя. Конечно, план простой. Тут особо думать и не надо. Ну, смотри. Давай. Мы здесь, уже рядом с башней. По периметру расставлены 3 БТРа. Зона, в принципе, расчищена. Остался маленький рывок. Тупо тараним стены, врываемся и все нахуй взрываем. Пока наши ребята отвлекают силовиков, ты должен ворваться в башню. Это просто охуенный план. Думаешь, я вот так вот просто смогу войти в башню? Ты да. Ты сможешь. Смотри, там везде расставлены энергетические ловушки. Никто из наших бойцов не сможет зайти, кроме тебя. Разве энерголовушки меня не будут трогать? Ну ясен хрен, они тебя не будут трогать. У тебя чип до сих пор так и не работает. А они реагируют только на чип.
Ты чё, зря к деду ездил? Если один пиздеть, пошли давай уже. Через ловушку, то ловушка сфокусируется на чипе и поджарит его как котлету. Через энерголовушку могут пройти только представители спецслужб. Мы с тобой давно уже не силовики, так что пробраться сможешь только ты один. Как эту хуйню? Понял, принял. Скипнуть. Ну чё, это всё? Ну а что тебе ещё надо? Ты давай лучше поторапайся. Может отсосёшь, слышь? У тебя чип может в любой момент включиться. Всё, 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 тихо, чё, тихо, тихо, мой зайчик. Времени вообще нет. Ну давай, поехали. Откройте дверь. Откройте дверь. Финальный рывок. Наконец-то. Наконец-то это будет 10-я финальная серия, правильно я понимаю? Только все еще у нас с вами 5 хп, ребят. Держу в курсе. Да. Давай лечись. Я сделаю все. Ёбаный. Тихо, вы этого не видели? О, а мы тебя все ждали. Нет. Здорово, пацаны. Нет, пацаны, я нет. Смотрю, как обычно, все самое интересное. Сука. Как всегда. Как видишь. Не вижу. Выпусти меня, пожалуйста. Ну, ну а какая... Обычно. Игра. Что есть? Ну, как я понимаю, у нас тут намечается целая революция. Давай, ребят, давай, выпусти меня, выпусти, не хочу слушать. Мужики, я мужики, выпустите меня. Выпускай. Да, 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 там будут БТРы. Растовыра. Остался маленький рывок. Тупо тараним стены. Ой, а я застрял. И все нахуй взрываем. И все нахуй взрываем. Ребята отвлекают силовиков. И ты думаешь, я вот так вот просто смогу войти в башню? Да сможешь. Ты да. Ты сможешь. Смотри. Там везде человек, но паук. Никто из наших бойцов не без тебя зайти. Мы как без рук. Разве энерголовушки меня не будут трогать? Человек, но паук. Они тебя не будут трогать. У тебя чип до сих пор так и не работает. Да это я знаю. Открой, пожалуйста, дверку. Только на чип. Ты чё, зря к деду ездил? Угу. На чипе, то ловушка пройдет через бойца. Через эту ловушку могут пройти только представители спецслужб. Но мы с тобой давно уже не силовики. Согласен. Понял. Спасибо, игра, что нельзя это скипнуть. Ну, чё, это ну а что тебе еще надо? Ты давай лучше поторапливайся. Вот чип, открой дверь. 5 хп, ребят. 5 хп. Нет. Если мы сейчас дальше там не найдем аптечку, я на этом прохождении закончу. Так, бегим сюда. Сохранить. Сохранить. Я сделаю все по красоте. На-на-на. В этой лагающей хуйне по красоте, согласен. Так, я застрял. Застрял. А куда идти? А везде тупик. Только не решил, мне на самолет куда-то надо запрыгнуть. Не. Вот эта вот башня, нам туда, правильно понимаю? Да. Иди своей дорогой, сталкер. Это ты тот самый легендарный боец? Ну, не легендарный, но прошел через многое. Мы как раз тебя ждем. Без тебя не думаю, что у нас что-то получится. Откуда такой красивый БТР достали? Да, удалось его кое-как убрать. Побеги, да, выбили. Ну, это самое. Тебе же ребята рассказали про план. Да, рассказали, да, пошли. План прост, как палка. Разгоняемся, тараним стену, врываемся. Ну, а дальше будь что будет.
Ох, как же я рад, что ты с нами. Ну, запрыгивай на БТР. А можно мне аптечку? Я, конечно, как раз амаха. Слушай, да. Удачу желают только неудачникам. Так что просто разъебите там все. Я уверен, что все получится. Это я умею. Ну что, парни, полетели! Давай, ура! За монолит! Ура! Это я так буду кричать ура, когда эта игра закончится. Ура! Внимание, внимание, внимание. Так, загрузка, хорошо. Опять же, не забываем, у нас 5 хп, ребята. Зачем тут аптечки хранить, правильно? А, здорово. Владислав, вы в порядке? Вставайте! Штурм в самом разгаре! Саня, ты в порядке? Ты в порядке, Саня? Саня, ты в порядке? Давай, вставай, Владислав. Так, Владислав, куда нам идти? Наверх? Или внутрь? Ну да, 5 хп. Всего 5 хп. Три хп. Так, у нас есть что-нибудь? Какой-то пидоруночек. Отлично. Надо попробовать хотя бы выпить хоть одну аптечку с этих дебилов. Потому что я дальше реально туда не пройду. Ага, ну вот про что я говорил. Дальше мы туда не пройдем. Давай, во-во-во, внимание, внимание, Владислав. Владислав, я в порядке. Встаю. Давай. Боже, разработчик, реально, чтоб у тебя было все хорошо. Чтоб тебе всю жизнь бегать с 5 хп, понимаешь, во всех играх. Я не знаю, сколько раз мы услышим это Владиславу в порядке, но... Ну ладно, бегим. Угу, мы еще и устаем. Мы еще и устаем с вами. Божечки, 3 хп. Владислав, вы в порядке? Дайте аптечку. Владислав. Это как гребаный день сурка, ребят. Или как тот фильм был с этим, с Томом Кукурузой, который с инопланетянами сражался? Никто не помнит. Примерно такая же самая штука была. Или это наша БТР, я не знаю. Стоит ли их взрывать, не стоит. Так, аптечка, вижу. Владислав. Владислав, о, нормально. Так, тихо. Саня, ты в порядке? Ты в порядке, Саня? Владислав, давай. Владислав, вы в порядке? Штурм в самом разгаре. Вперед, товарищи! Божечки, ну же нельзя было сделать инвентарь и там, блять, хранить аптечку. Ну какой дебил придумал, что нужно просто собирать аптечки. Где регенерация здоровья? Где вот это вот все? Я так понимаю, танки не наши.
херачим, просто буду херачиться. Правильно понимаешь, что танки не наши? Так, Владислав, вы в порядке? Хорошо. Хорошо. А можно мне регенерацию, пожалуйста, мою? Так, 63%. Владислав, вы в порядке? Владислав, Владислав. Владислав, сука, горю. Блять, это еще помойки здесь. Владислав? Владислав, мы в порядке! Ну да. Штурм в самом разгаре! Вперед, товарищи! Это безумие, ребят. Вы хотите знать, откуда эти шрамы? Ладно. Наш придется их всех перебить. Начиная от танков, заканчивая челиками. Ой, прости, братюнь, но мне нужна аптечка. Двадцать уже не 10, правильно, и не 5. Саня, ты в порядке? В порядке, Саня. Отлично. А что, кто это? Это танк, да, меня так хуянул? На 96%. Алло, кто? Или это помойка? Так, лови, братиш. Так, давай сюда отправим, давай сюда отправим. Ёбаный в рот. Ну да, ты ж, блядь, бегаешь. Прям лунную походку от Майкла Джексона, да, хуяришь? Владислав. Ага, как же вы меня бесите, блядь. А где все наши, я не могу понять. Почему это как в пабге? Почему, когда я рашу? А впереди у нас никого нету. О, ля-ля-ля-ля. Чисто лунная походка, реально. Ну откуда у него такая скорость, блядь? И нахуя ему такая скорость? Скажите, пожалуйста. Во-во-во-во, ля-ля-ля-ля-ля. Вдруг откуда ни возьмись, появился в рот ебись. Просто пока их и не зачищу, тут же я тут... Блядь, 16 хп. Ну их сильно дохуя, ну их реально сильно дохуя. Не, ребят, все. Я официально заявляю. Это полное говнище, а не игра. Владислав, 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 вы в порядке? Вставайте, Владислав. Тут надо было либо уроны меньше делать, ну либо не делать вот это вот, ля-ля-ля, вот этот вот флеш, понимаешь, летящей походкой. Ты вышла из бара, Владислав. Надеюсь, я там хоть кого-то подобью.
Лови, Владислав. Так, не попал. Попал. Хорошо. Давай отправим туда. Владислав. А, все, закончилось. К сожалению, закончилось. Пробую последний раз. Если нет, я на этом закончу это прохождение. Вы увидите только это, все. Это гребаная помойка. Реально гребаная помойка. Ну что это такое? Ну скажите мне, пожалуйста. Куда, блять, тут целится? Вот куда пули летят? Скажите мне, а? Вот ответьте мне. Куда тут целится? Куда оно летит? Ничего, да, такого нету. Интересного, чтобы им закинуть. Может пробовать как-то пробежать это все. С коктейлем Молотова, как думаете? Владислав? Владислав? Заряжаю, Владислав. Не, нахуй. Все, ребят. Это, конечно, все хорошо, но у меня тоже как бы есть как бы самоуважение. Так что все. Всем пока-пока. Всем до потом. Игра говно. И я желаю всего самого, кажется, хорошего разработчикам. Все, всем мур-мур.